Друзья, всем привет! Это наш первый влог, с вами Кинелли и Жиро. Короче, мы решили с вами поделиться частичкой нашей жизни, чем мы занимаемся, куда едем и что делаем. Частичкой души. Что скажешь? Частичкой своей души. Поделись частичкой своей души. Кайф, приняли? Сегодня прекрасная погода, мы поехали с другом на пляж. Там еще снег лежит, блин. На пляж собрались. А ты где-то там? Видел? Вон снег. А это мусор? Ладно, если по-серьезки говоря, у нас планируется съемка, значит, сниппета на новый трек «Королева бала». Мы чуть-чуть спалили. Ну как чуть-чуть? Первые два слова. Не, прикольно. Кстати, реакция была. Люди писали уже такие: о, прикольно, так прикольно, что-то интересное. У меня... Как так у тебя, кстати, вот это все? У меня... Как у тебя? Как у тебя? Как у тебя вот этот челлендж твой прошел? У меня на самом деле директ был, реально. Короче, планируется съемка сниппета на песню «Королева бала». И мы сейчас... Поехали. Куда поехали, братан? Мы куда поехали? Едем в торговый центр. Шоппинг. Да, покупать одежду. Потому что вообще не в чем уже сниматься. Я думаю, для влога можно эксклюзивчик заснять в дорожке, как качается. Да, да, так и сделаем. Хотите? Хотите? Давайте. Ну, я думаю, уже к тому времени песня выйдет, бро. Я тоже думаю, бро, песня уже выйдет. Но мы все равно вам заценим эту песню. Ну, рубай, поехали, братан. Погоди, а снимать реально надо тебе без остановки всегда? Да. Типа такие, да, мы возвращаемся 10 часов съемки. Если у вас за канал вайб, вы кайфанули, ставьте лайки, сердечки, комментарии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, и колокольчик не забудьте тоже. Будьте уведомлены о новых выпусках нашего влога. Да, вот сюда она перестроится. Что, мы уже приехали? Честно, мы даже не знаем, что покупать будем. Я вижу, какие джинсы бодренькие, черные. А у меня как раз черные есть. Мне надо типа такие, либо белые какие-нибудь. На самом деле я искал. Что-то сейчас стильно же это. Широкие, с широкими этими. Значит, да. Низы широкие были. Широкие? Да я вот не знаю. Как думаете, ребят, широкие джинсы это прикольно? Ну, типа, модно же, по сути, широкие. Если будешь как он топ-тип, типа, одеваться. Блин, он слишком модно, мне кажется. Они настолько модненькие просто. Слушай, на самом деле, но это еще не скоро. Сейчас же откроются эти все Зары, там, все эти скоро. Блин, знаешь что? Я вот хочу рубашку без воротника, типа того. Очень хочу. У меня была такая, но она, блин, порвалась. Но материал не тот. Материал здесь какой-то... Братан, это прикольный материал. Ты будешь и в ней гонять летом, ты можешь ее одеть. Вот, я хочу, чтобы он прозрачный был. Такой прозрачный был. Посмотри, думаешь, он прозрачный? Тема есть, да, видишь? А, ну да. Сеточка. Я бы, на самом деле, вот сейчас ты сказал, я бы тоже бы такую взял. Прикольная тема. Не прям официальные вот эти, которые... Не-не-не, не воротниковые. Просто без воротниковые. Вообще по кайфу. О, надо померить. Ну что, братан, готовы там? Да. Ну-ка. Слушай, прикольно. Хорошо. Как арабский шейх. Спасибо. Всего доброго. Чё за пушка? Мне кажется, очень круто. Народ, как вам? Базар, мне тоже кажется. Что... Такая весенняя, да, курточка. Надеваем. Надо брать. Да? Вы согласны со мной? Андрюха говорит, что мне идет такая тема. Блин, она даже не налазит, она маленькая. Мне кажется, хорошо очень. А сколько будет до центра? 300 рублей. 300 рублей до центра.
Ну что, друзья, продолжаем наш шопинг. Смотрим много одежды очень. Андрей, помаши. Скажи, как тебе сегодняшний шопинг? Он пока в процессе. Ты посмотрел что-нибудь? Ты глядел? Вот, может, кроссочки себе возьмем. Кроссы, хорош, хорош. Классные кеды. Блин, духи. Обожаю духи. Очень люблю духи. Спасибо. Ну что, ты доволен покупкой? Да, ты будешь сюда покупать? Я? Блин, точно. Держи. Мы джинсы пойдем просто посмотрим. Надо еще джинсы посмотреть. Вот так вот ходим с телефоном, снимаем. Короче, закупились. Много всего взяли. Кое-как же Ро остановил, он просто пошел во все тяжкие. На самом деле, говорит, что все хочет. Туфельки какие-то. Красные мокасины. Короче, историю хотел тебе рассказать. Вчера хозяйка приходит за деньгами аренду. Так. Ну там типа вот столько у вас получилось, меньше там уже отопления, меньше топят там. О, нормально, воды много, типа не пожгли, там типа нормально. Я говорю, да, окей. Кстати, я видела вас в ТикТоке. В ТикТоке? Да, говорит, вы там типа песни поете, да классно, вас. Молодцы. Я говорю, ну да, говорю, мы вас не обманывали, мы сказали, что вы музыканты, прикольно. Говорю, неожиданно, а как вы так, типа в ТикТоке сидите? Да, сидите. Ой, да, сижу, типа, все такое. Фига, она нас видела, говорит, посмотрела ваши песни, молодцы. Офигеть, это хозяйка наша. Ну, квартиры, которую снимаем. Так, мы, короче, поехали на студию. Направляемся на студийку. О, какие люди приехали! Привет, Дианка! Здорово, здорово, братан! Вот такие у нас классные клиентки. Смотрите, на какой красотке приехала. Ой, ой, ой. Тебе так идет эта машина? Спасибо, спасибо. Сколько стоило сюда заехать? Бесплатно. Бесплатно? А сколько? Пару часов, по-моему, да? Они нам сказали, какие-то, кстати, бумажки дали нам. Сказали, чтобы нам потом печать поставили. А мы узнаем с высотой и пропустил. А, вот так вот. Так вот, девчонки умеют это. А, вот пропуск, да? Не показывай адрес. Слушай, там не скажут ничего, типа, есть ограничения по таймингу сколько-то или что-то? 2-3 часа. Не говорили, по-моему, 2 часа. Нет, они сказали, вы когда будете выезжать, напишите время, номер машины. И просто печать или подпись у кого были. Все. И косарик. Ну все, пойдемте. У нас, значит, запланирована сегодня запись нового трека Дианы. Вот. Диан, как будет называться твоя новая песня? Моя новая песня «Между нами чувства к бывшим». Или к бывшей, я уже не знаю. Блин, ну у тебя название мощное. Ну, газани. Ну все, пошли работать. Время уже пора. Проходите. Как дела у тебя? Супер. Я работала, работа кончилась. Я сейчас сижу. Ну что, это наша студия. Ты знаешь, что у нас это камера стоит новая? Нет. Зачем вам камера? Все, теперь не получится нам здесь посвистеть с тобой, Диан. Дела вообще хорошо. Как вообще мне нравится, как, блин, Жирон у всех, я думаю, пиздец. По поводу. Надо было так. Как это по поводу? Вы, говорит, этот скидывает отрывок песни. И говорит, блин, такая песня классная, помогите найти, пожалуйста. И потом все ему там что-то пишут. Он говорит, не, ребят, это не то. Я не нашел. А знаете почему? А я-то знаю почему, потому что это их песня, она еще не вышла. Королева Бала, наверное, уже вышла. Вы, наверное, уже послушали эту песню. Ну, когда влог выйдет, наверное, к этому времени песня уже тоже выйдет. Вот, и, кстати, Диане сегодня будем писать песню, которую тоже, не знаю, наверное, к тому времени она еще не выйдет, твоя песня. А когда вы планируете выпустить песню? Через месяц? Когда мы планируем? В мае. А сейчас апрель. Ну, в начале мая, я думаю. А, в начале мая? В начале она точно не выйдет. Ну, тогда вы услышите после влога уже песню. А пока слушайте «Королеву Бала». Слова бессильно наступила на мину. Я слишком наивна, слишком рано. Пустые слова в стакане два льда.
до весны хоть бы остыла. Как же мне забыть тебя? Я простила. Между нами чувства, как бывшие океаны. Между нами не залечит мне твои раны. У меня другие планы. Все, друзья, мы продолжаем снимать наш первый влог. Сегодня у нас день съемок. Всем привет, ребята. Снимаем сниппет на песню «Королева бал». Поэтому сегодня мы покажем вам немного закулисье. Вот как это все было. Как снимается, да, как мы просто ездим регулярно, снимаем новые видео для Инстаграма, для Рилсов. Ну что, залетаем в студию. О, здравствуйте, здравствуйте, привет. 5-5. Девчонки готовятся. Нам нужно срочно найти гримерку и это погладиться перед. А там, да, гримерка? Вот такая вот крутая гримерочка. О, прозрачная. Гримерочка. Это факт же, мы видим, да? Нас не видно же. Ха, реально? Или нас тоже видно? Я надеюсь, что нет. Потому что я буду тут трясти своими сисечками. Мы сегодня в белом. All white. Да. White style. Да, прикольно. Белый парень в белом платье, выгляжу как шей. Белый керен фаген, миллион дирхам на шее. Пойдемте покажу вам зал, который сняли, в котором будут проходить съемки. Вот такой зелененький. Много растений. Это Саша, он будет нас снимать. Саш, привет. Выставляем свет. Ну что, короче, мы готовы к съемке. Девчонки тоже готовы к съемке. Помашите! Короче, на самом деле очень сложно. Нужно все грамотно расставить, чтобы все были на своих местах, чтобы это все было красиво выглядело. Хочу вас познакомить с нашими подписчиками. Как тебя зовут? Лера. Пару слов о себе. Танцую периодически. Класс. Как тебя зовут? Адель. Очень приятно. Как пару слов о себе? Хореограф, танцор, красавец. Класс. Скромность Анастасия. Очень приятно. Танцую и наслаждаюсь жизнью. Класс! Тебя как зовут? Я Лена. Очень приятно. Фотограф. О, ты сегодня будешь фотографировать да. нас. На мой комплекс. Я считаю, что сегодня все в сборе. Вот это по-любому надо вставить. Что я из дыма вылечу на тебя? Слушайте «Королеву бала» на всех музыкальных площадках. Мы, короче, сняли свои кадры, сейчас очередь девчонок. Сейчас очередь главных актрис. Все, включай. А, музыка-то у нас. Слушай, мне реально нравится кадр. У нас с тобой вот мы что-то чувствуем в этом, мне кажется. Да, мы что-то видим с тобой на каких-то картинках, и мы просто интуитивно двигаемся в нужном направлении. Да, мне кажется, очень круто получается. Мы ходим, это то, что надо. Изначально вообще другая локация была, там неоновая некая такая была, но. Ну это из какого-то вообще не знаю. Мы поняли, что мы выпускаем летний хит, и нужна вот эта зелень, вот эта вот теплота, некая лампа. Покажи сейчас, что мы хотим. Ну посмотрите, вот уже все понятно по настроению. Вообще круто! Вон Колян, куритик. Не, вот так вот. Ну что, друзья, как вам первый влог? Мы очень надеемся, что вам понравилось, поэтому ставьте обязательно пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. И, кстати, чтобы не пропустить наш второй влог, обязательно ставьте колокольчик. До встречи!